Не получается, отключен телефон. Чтобы поймать GPS, нужен сигнал. Тогда сможем включить? Даже если мы его засечем, это не значит, что найдем Бонда. Он может быть... Это Бонд. Полиция уже выехала. Это Лешифер. В телефоне Бонда камера. Я ее включу. Боже мой. Стреляли не в Бонда, слишком далеко. Там есть кто-то еще. Я вернул деньги. Я вернул деньги. Кто это? Я не знаю. Деньги для нас не так важны, как честность партнеров. Он как раз убил Лешифра. Перемотайте. На середину августа. 14-е. Таннер, мне нужен Бонд. Где они сейчас? В Венеции. Бонд в номере. Веспер только что вышла. Впервые за сегодня. Эта парочка не хочет светиться. Это ненадолго. Отпуск закончился, и не только для Бонда. Алло. Бонд, нам звонили из казначейства. Они хотят забрать выигрыш, но не могут получить доступ к вашему счету. Денег нет. Их сняли. Мне пора. Удерживайте позицию!
нахожусь на позиции. Гитлеру мы его нашли. Видим бомбу. Хотим, чтобы пострадали гражданские. Я свое дело знаю. Thank you.
не приведут. Она здесь? Потрясающе. Я думала, она все еще в Риме. Thank you.
Вы Гетлер? Деньги при вас? Иначе бы я не пришла. Заходите. Я был друг. Алжирец. Они очень любили друг друга.
Его похитили люди, стоявшие за Ли Шифром, и шантажировали ее. Теперь мы не узнаем, кто за этим стоял. Она забыла трубу. Знала, что я проверю. Конечно, она надеялась. Джеймс, вы не задумывались, почему вас не убили на барже? Это сделка. Она отдала деньги, спасая вас. Мистер Уайт? Да, кто это? Узнайте, кому она их отдала. И ее жертва не будет напрасной. Ты уже поймал убийцу? Нет, еще нет. Пошли, вернемся в отель. Бонд, где вы? Камилла внизу. Бонд, ответьте. Я на линии. Отпусти ее. Кто эта девушка? Я думала, вам можно доверять. Думала, тут дело не вместе. Нет, вы так ослеплены ненавистью, что вам все равно, кого убивать. Когда не видишь, кто друг, а кто враг, лучше уйти. Я отстраняю вас до окончания расследования. Готовьте транспорт. Груз уже здесь.